Драйв, эмоциональность и огромная самоотдача. Так можно охарактеризовать 4 творческих вечера, которые стали настоящим подарком для зрителей. Известные музыкальные группы из Москвы, Европы и Латинской Америки под единым творческим началом объединил известный барнаульский продюсер Евгений Колбышев. Полгода он потратил на организацию фестиваля «Трибьют». «Трибьют» — это такая вещь, которая придумана не мною. И когда хорошие музыканты представляют песни, репертуар тех групп, которые они очень любят. То есть у нас был там трибют Rolling Stones, был трибют Dire Straits, Carlos Santana. Сегодня будут играть испанцы, испанская группа Brotherhood of Wolves. Музыканты выступали на 4 площадках филармонии, а также в нескольких барнаульских барах. В одном из них в последний день фестиваля с сольным концертом выступила горячая испанская группа. Ее организовали после того, как умер известный музыкант Кен Хенсли, с которым некоторые музыканты тесно работали, и в память о кумире решили продолжить его творчество и после его ухода. Репертуар простой. Мы играли с Кеном Хенсли и чаще исполняем песни из последнего его альбома. Есть и авторские песни. В основном это рок или блюз. В составе мощной рок-группы не только испанцы, есть еще и гитарист-аргентинец. Он в Сибири впервые. Его особенно поразил снег. А всех еще и русская традиция – в снег после парной. Говорят, накупили сувениров и по-хорошему удивил Барнаул. Купили кулончики, вот он уже висит у меня на шее. Что касается города, Барнаул – город красивый, великолепный. Это зима, круто. Один из лучших городов, где я был. Фестиваль «Трибьют» барнаульцы запомнят явно надолго. Некоторые уже признались, что с нетерпением ждут новой творческой встречи. Организаторы пообещали, что сделают все возможное для организации в Барнауле музыкального фестиваля международного уровня. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.